Опять гроза. К дружку и Ачику теперь присоединился котик Чупик. Наверное, мы поспешили, сказав, что сезон дождей закончен. Хорошее солнечное утро опять нарушено ливнем с громом и молнией. Ачик с дружком спрятались в ванной. Все снова бегают кто куда. Ситуация прошлых дней повторяется. Даже котик Чупик испугался, залез под кресло и начал громко кричать. Собственно, это сейчас вы и увидите на видео, которое я после аудиоряда поставлю, покажу вам. Дождь — это, конечно, хорошо для природы, но что-то уже в этом сезоне перебор, особенно с громом и молниями. На всех успокоительного не наберешься, да и если бы знать заранее, когда его давать, а так раз и все. Благо, хотя бы реакция у животных сейчас отменная. Просто берут и забегают домой, и там уже пережидают непогоду. Страшно за них, за всех. За собак, за котов даже, за Борю отдельности. Да, особенно страшно за хроников, которые очень, очень остро переживают этот период.